Компания «Торжокские золотошвеи» становится всероссийским брендом. Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский высоко оценил продукцию и перспективные проекты компании, с которыми он подробно ознакомился на выставке в Сокольниках. Впервые в России на День Москвы стартовал уникальный выставочный проект «Лучшие частные музеи России». Торжокские золотошвеи представили в парке «Сокольники» свои лучшие экспонаты, которые поражают мастерством и изяществом своего исполнения. Министр культуры Владимир Мединский с большим интересом посетил экспозицию «Торжокских золотошвей» и, наверное, также загадал свое самое сокровенное желание, находясь внутри пояса. Очень интересно, спасибо. Не оставил равнодушным министра и грандиозный проект «Традиции духа от торжовских золотошвей». Совместно с клубом героев провели много патриотических встреч, разговоров воспитательного характера для молодежи. Это нужно нам всем. Это нужно с той целью, чтобы Россия всегда гордилась. Пользуясь случаем, наша редакция от всей души поздравляет председателя совета директоров компании «Торжокские золотошвеи» Олега Алексеевича Иванова с высокой государственной наградой – медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Мы будем идти вперед и надеюсь, что наше творчество будет оценено не только высокопоставленными чиновниками, президентом, но и всеми жителями страны. Будем делать новые проекты, будем дома делать экспедиции. Пожелаем торжокским золотошвеям исполнения всех грандиозных планов.